Кстати, меня зовут Дмитрий, мы находимся в центре «Здоровый рук». Дмитрий, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, с какой проблемой вы обратились в наш центр? Я занимаюсь бадминтоном и в какой-то момент почувствовал, что не могу выполнять те удары, которые хотел бы, потому что определенные движения мне недоступны. Или они происходят с каким-то таким напряжением из-за компенсации, что я получаю усталость, боль и в результате не могу тренироваться. А как вы на данный момент себя чувствуете? На данный момент лучше чувствую себя. Стали доступны новые движения. Или те, которые были и раньше, но теперь меньше усталости и явно лучше. А сколько занятий вы уже на данный момент отходили? Затрудняюсь с ответом сколько, но занимаюсь я около 11-12 месяцев. А скажите, пожалуйста, после какого занятия вы уже почувствовали первое облегчение? Я бы не назвал прям облегчением это, но результат, эффект, что у меня стали включаться участки, которые до этого спали, в общем-то, с первого занятия. А откуда вы узнали о нашем центре? Я интересуюсь в целом вопросами реабилитации, кинезиологии и искал места, где занимаются функциональными тренировками, но с позиции реабилитации. И таким образом вышел через интернет на «Здоровый». Дмитрий, а скажите, могли бы вы дать совет тем людям, которые еще сомневаются в эффективности кинезиотерапии? Я рекомендую всем людям, которые уже перевалили за 25, как минимум проверить свое тело на наличие компенсирующих разных нарушений, на то, чтобы в теле нормально функционировали мышцы. Я не говорю о спортивной нагрузке или о какой-то специальной повышенной нагрузке, говорю только о том, чтобы просто тело бы работало более-менее слаженно. Это влияет и на качество жизни, и на самочувствие, и на все. Хорошо, спасибо.